Хайога, с помощью Шумки мы продолжаем брать идеру под названием Вупан. Так, короче, мы остановились на том, что мы поработали в газете. А теперь мы в буровую идем. Я не знаю, что там, но посмотрим. Тут есть сейф. Так, а сколько у меня хотя бы... 203, не очень. Это мне чисто нужно сейчас только херячить на заводе, да? Что за флажки? Что за флажки? Знает. Мне было сказано, что мне даст 9 миллионов очков. Я жду эти очки. И все деньги. Центр. Статиор. Так, погнали в отель, как раз магазин там. О, а здесь я еще не был. Добро пожаловать в центральный магазин. Как я могу вам помочь? Купить? Взгляните на мои товары. Шляпа поповать свое тело. Останок конечности. Необычная шляпа рабочих других внутри. Качественная работа. Пла. Купательный костюм позволяет тебе дышать. Магазин артефакты, 4 дня, знает, что он делает. Похож на шапку попа. Снова какой-то артефакт. Артефакт. Шляпа шахтера. Крючок истерической пленкой и качественная... Ну фиг знает, фиг знает. Качественный рыболовный крючок. Я вот это бы легендарный крючок купил. И мне бы купательный костюм взять. А, ну хотя он позволяет... Ну, быстро плавать тоже неплохо. Но он дорогой, но мне лучше желательно это купить. Они уверены, что нам продадут какие-то хорошие вещи, особенно этот водолазный костюм. Я не хочу, чтобы это стоило нам дорого. Может быть, есть другой способ получить его? Добро пожаловать в центральное. Ну да, покупать его точно не буду. Нахер мне их 3. Показывает направление, куда вы должны... Понял. Четырнадцать, 54. Если это же 6, ну смотрите, этот берет 54. Давайте купим. Я хочу купить артефакт. Магазин артефакт, не знает, что он делает. Похож на шляпу Попо. А вдруг это в натуре просто шляпа?
блин, я хочу на взрывную эту херню собрать. Ладно, не хочу. Отстань. Я упал из-за тебя, зараза. А теперь мне нужно искать, где этот проход наверх. Так, подожди, туда мне не надо. Вот мне бы как-то тот рычаг достать. Мне нужно как-то сюда упасть. Добро пожаловать в мэрию. Хотели бы вы присоединиться к дискуссии? Да. Да, давайте посмотрим. О, подождите. Я вижу, что у вас еще нет колокольчика беседы. Он нужен, чтобы присоединиться к дискуссии. Так, 36, да? Сейчас посмотрим, сколько он там стоил. Так, ну там за 36 продавалось. Сколько? Дайте мне за, за сколько вы там варили. Даже за 26. Знаете, я вам скажу так. Это, ладно, лучше туда пойдем, потом разберемся. Хм, привет. Я Рэнс. Ранс. Привет. Я не доверяю тебе. Пока. Я люблю нижнюю часть города Попа. Не так уж и много в умов приходит туда. Хотя, думаю, это потому, что там опасно. По крайней мере, так говорит Ранс. Я больше не знаю, я мало что делаю, кроме как рыбачу и участвую в совещании совета. Раньше я был таким же. На самом деле? Как же так? Я проводил дни, глядя в телевизор. Я проводил дни за едой мороженого. И самым днем я спал. В самом деле? Звучит забавно. Конечно, не так весело, как рыбалка. В любом случае, разве у тебя нет других дел? Есть. Ладно. Привет, я Спьюф. Есть несколько серьезных дискуссий, которые нам нужно обсудить. Я самый опасный в этих дискуссиях. И я думаю, что я точно знаю, что хорошо для города. В основном я стараюсь быть голосом разума. Вы давно здесь? Долго? Можно сказать, что я был одним из первых вумов, который приехал сюда. С тех пор я принимал участие в решении вопроса о будущем в городе. Вы не уйдете на пенсию? Звучит неплохо. Да. Я с нетерпением жду следующего обсуждения. Предмет обсуждения сегодняшнего дня является паразиты. Паразиты? Вы имеете в виду паразит? Да-да, паразит, как угодно. Видимо, Демер обеспокоен большим количеством кнефтов в городе. Только не это. Он просто беспокоится о своей рыбалке, мы все это знаем. Нет, не в этом раз. Ну ладно, может быть немножко. Но количество кнефтов и появляется возле моста становится безумным. Да, это мешает мне и моим друзьям ловить рыбу, и это большая проблема. И это проблема?
Что это выходит из-под контроля? Разумеется, для этого заражения должна быть на причина. Вы начинаете говорить, как Уберхенг, сумасшедший в обсерватории. Но не сумасшедший, кто-то должен поговорить с ним. Очевидно, у меня нет времени на это, есть рыбалка, которой нужно заниматься. О, что скажете? Бред какой-то, есть более важные вещи, происходящие здесь. Если от кнефтов стало слишком много проблем, научитесь защищаться. Согласна, скоро мы начнем расширять город. Вы можете побеспокоиться о кнефтах попозже? Ой, я прочел, блин. Нет, на самом деле это не нужно, я сделаю это сам. Не беспокойтесь, привлекать полицию. А, нет необходимости без полицию. Хорошо, что договорились? Демер, пожалуйста, будьте осторожны во время рыбалки и, возможно, простите, раз и защите. Попросите, блин, почти, да. Что касается заражения кнефами, то оно будет рассмотрено позже. Вопрос закрыт. Это была очень продуктивная дискуссия, не так ли? Я думаю, что мы определенно заслуживаем немного кредита. 390. Похоже на проведение награду. Справедливую награду. Мы идем туда. 390 кредит принадлежит городу Попом. Вы на правильном пути. Я просто хотел сказать, что я очень рад видеть новые лица здесь. Это всегда помогает получить больше больше взглядов на эти темы. Вы можете присоединиться к нам еще раз. Воссоединиться Бривса и... В нижней части города Попа не так уж много тумана проходит туда. Хотя, думаю, это потому, что там опасно. По крайней мере, так говорит Таранс. Больше не знаю, я мало что. Так, ладно. Добро пожаловать в отель Стопотоп. Вы хотели бы арендовать комнату? Как это работает? Ну что ж, покупаете у меня билет, а потом пользуйтесь комнатой сколько захотите. Но билет действительно только один раз, поэтому убедитесь, что вы планируете спать. Вы можете попасть в всю комнату через трубу. Вон там, просто держите билет и встаньте перед сканером. Система автоматически ищет пустую комнату и переносит вас в нее. Вы хотите купить билет прямо сейчас? Да, пожалуйста. Сколько это будет стоить? Хорошо. Один билет 8 смуртов. Хорошо. Так, подожди, что там написано? Билет для номера в гостинице Стопота. Получи отличный ночной сон. Если так подумать, мы как будто играем в какую-то лотерею. Как будто где-то мы можем получить, так? Погнали в лотерею играть. 104 номер. И 109 номер. Короче говоря, понятно более-менее.
просто платишь и пытаешься выиграть лотерею. Так, а теперь вопрос, а куда мне теперь идти? Уважаемые вумы из города Попо, мы можем очень гордиться работой, которую мы сделали, но есть одна проблема, которую мы не можем остановить, если вы хотите начать строительство нового города Попо. Кнефы вторгаются в наш город, мы не можем этого отрицать. Их можно найти везде, вскоре они возьмут верх над центром. Как мы можем начать расширять наш город? Мы сейчас не должны решить эту проблему. Я слышал из надежных источников, что причина этого заражения имеет какое-то отношение к каналу. Мне говорит, что это... Кого я обманываю? Вумы, мне нужно кое в чем признаться. Давно? Когда вы все еще посещали мою подводную обсерваторию? У меня был питомец. Домашнее животное, паразит, с именем Бривис. Я выбросил его и заботился о нем. Через некоторое время я начал любить его так сильно, что я заботился гораздо больше о Бривисе, чем о любом другом паразите. Я позволил ему забирать всю пищу у других кнефов. И вот они все ушли и начали вторгаться в ваш город. Я думал, что Бривис может быть ключом ко всему этому. Кто-то должен поговорить с ним. Конечно, я бы сделал это сам, но этот паразит так сильно вырос из-за большого количества пищи, которую он ел. Он стал настолько большим, что мне пришлось запереть его в пещере под мостом. Я не думаю, что Бривис хотел бы меня видеть. Кто-то другой должен сделать это. Мне жаль всех. Для тех, кто будет достаточно храбрый для выполнения этого задания, в моей подводной обсерватории можно найти ценный инструмент. Пожалуйста, используйте его. Так. Так, под мостом, да, он говорит? Ну, оно не будет буреть, пока мы не... Да. Осталось только один вопрос, как попасть под мост? А это тюрьма? А, смотрю, все эти пропадали значки. Блин, мне бы как-то сейчас под мост попасть. Хотя я мог бы попасть на этот панел, да? Немножечко. А под каким он говорил городом? Под старым либо новым? Где мне эту обсерваторию еще искать, тоже вопрос. Потому что я как бы могу, да, попасть. Но мне нужен костюм, а костюм стоит сейчас о чем-то. На меня что-то едет. Сзади. Давайте мы, наверное, сразу пойдем в фильмец посмотрим.
Хорошо, вы нашли один из моих мундиков. Давайте посмотрим. Здравствуйте, это Александр. Еще один замечательный день в городе Попова. Сегодня я стою на гигантском сооружении гордости города. Что бы это могло быть? Это массивный мост Попа, структура которого соединяется старый город и центр. Вумы не особенно любят плавать, поэтому, когда было принято решение расширить город Попа по воде, мост считался необходимым. Сооружение было построено, используя останки камней, которые были добыты в ходе строительства тоннеля. Это первая конструкция, которая такого размера построена исключительно вумами. Это огромное достижение. После того, как мост был построен, начало поступать жалобы о большом количестве вумов, которые считали мост слишком длинным. А прогулка по нему занимала слишком много времени, которое очень ценно в городе Попо. Было решение. Да, трамвай. Транспорт не сильно отличался от поезда. Он способен перевозить много вумов через мост на большой скорости. Вместе с мостом Попо, это несомненно гордость города. Пожалуйста, помните, что город Попо не будет вести ответственность за любые повреждения в результате столкновения с трамваем. Прогулки по трамвайным рельсам разрешены, но только на свой страх и риск. Хорошего дня. Да, действительно, я помню его. Я думал, что это было в то время, когда только был построен центр. Я прочитал, находящийся в старом городе, это место вдохновляет. Спасибо, что принесли мне его. Тук-тук-тук-тук-тук. Круто, я сделал это, давай посмотрим. Привет, я Александр, и пришло время для его еще одного законченного диафильма сегодня. Удивительно. Это чувство, это будущее. Я в окружении высоких зданий, трубу, бесконечное количество вумов. Это центр, построенный недавно при расширении города Попо. Это, возможно, лучший день моей жизни. Видите, как город Попо вырос из маленького городка в такое большое и оживленное место. Хорошо, давайте взглянем на некоторые из недавно построенных сооружений. Извини, Фодор, я не могу продолжать. Я слишком эмоциональный сейчас. Подожди, ты еще записываешь? Ох. Фодор моим хорошим другом. Мы делали диафильмы вместе. Я не знаю, почему он написал, что это последний актуальный диафильм. Пожалуйста, не говори никому об этом. Отлично, это потрясающий старый трамвай. У меня так много воспоминаний о катании на этих штуке. Я даже водил его сам когда-то в веселые времена. Новая модель лучше и, безусловно, более комфортная. Спасибо, что показали мне это. Блин, я теперь хер знаю, что мне делать, гад. Блин, нужно было крючочки понакуплять. Что-то я тоже тупанул немножечко. А, это... Даже так. Интересно, а чем отличается дешево от легендарного? Где мне найти эту подводную лодку сраную? Ладно, давайте я поищу, потом мы продолжим. Короче, я там, где последняя херня была, вода, спрыгнул и вот сюда вот пришел. Я по пути, короче, везде развешивал дешевые крючки. Привет. Извини. Все нормально. Ладно.
Ты не разговорчив, да? Нет. Ну, буду думать, что я странный, потому что я люблю рыбалку. Обычно рыбалками занимаются старые вумы и пенсионеры. Но я довольно молод, так что... Что интересного в рыбалке? Может ли ты научить меня ловить рыбу? Все, что тебе нужно, это крючок и много... Терпения? Да, нужно много терпения. Есть ли у тебя терпение? Ну, да. Ладно. Хорошо. Да? Так мне ловить рыбу? Мне уже рыба клюет. А, сожалею. Во-первых, тебе понадобится крючок. Ты можешь купить крючок в магазине в центре, но ты можешь использовать и один из моих. Спасибо. Как только у тебя появится крючок, зайди в одну из рыболовных платформ и ставь на нее после него новую веревку. Далее я забираю свой крючок. У меня рыба сейчас, блядь, уйдет. Время, чтобы это поймать, вернешь. Круто. Ох, если ты найдешь мою шляпу, пожалуйста, скажи мне об этом. Твою шляпу? Да, я уронил ее в воду. Когда я ношу свою шляпу, мне становится лучше. А ты не можешь найти ее сам? Спасибо. С первого раза нашел. Так, подожди, короче, я понял, да, надо возвращаться теперь к нашим старым рыболовным. Короче, ждите, пока я вернусь к первой. Так, поехали, первые рыболовные места. Здесь всегда можно найти, как я вижу, так сказать, дешевые. Так, стопа, это что такое? Жвачный заряд. Модификатор жвачный двойной урон, мощный заряд, каждые 3 секунды. Неплохо, слушайте, я вам скажу. Можешь мне даже... Сходить ему просто модифицировать свою эту пушкинцию? На урон, ну там каждые 3. Но я хочу, чтобы у меня урон был вот этот. Типа взрывной теперь. Просто каждый выстрел, типа, взрывной урон. Я не посмотрел, мне каждый раз нужно цеплять же новую. Крючок или нет? Да, надо каждый раз цеплять новые. Так, у меня их 7 штук. Ну да, прикольно. Слушайте, можно закупать крючки какие-то там по дешевке, да, и вот... Отдай тортик. Так, стоять, где мои крючки? Тоже вот непонятный предмет какой-то. Привет. Могу я взять крючок? О, правда, без своей шляпы я без... Это лучше, чем я могу сделать без своей шляпы. Ладно, хотя бы 3. Шляпа Хендрика и Веслер, она может дать тебе чего-нибудь взамен. А, это мы... Могу ли я ее получить?
Да, это твое. Спасибо. Пожалуйста, кинь ее мне. Спасибо. Я должен дать тебе что-то взамен, верно? Не надо. Это самый хороший создан крючок из когда-либо сделанных. Ты, наверное, поймаешь что-то полезное на него. Легендарный крючок, если не ошибаюсь. Скидка на покупку используют для получения скидки в магазине. Неплохо. Легендарный рыболовный крючок. Непонятно, что это. Ловушка. Враги не хотят наступать на нее, я понял. Мусор. Трудно понять, что это было ранее. Ну ладно, давайте, я думаю, тогда... О, кушай, что слабило. Ууу, да ладно, найс. Халявный купальный костюм. Ну что, в принципе, мы знаем, чем мы займемся далее. Поэтому... Хочешь заработать с Муртой, приятель? Хе-хе. Да? Неважно. Да? Мой приятель пропал, предполагаю, что он был скован попом полицейским. Хочешь мне помочь? Что за это получу? Я дам тебе 250 смуртов, если тебе удастся скупить его из тюрьмы. Но это нелегко, деньги, приятель. Я говорю тебе, подумай, прежде чем принимать меры. Я не могу быть пойманным. Что мне нужно делать? Ну, для начала тебе понадобится шляпа попом, чтобы открыть тюремные камеры. И там ты можешь заводить приятеля, который... Когда один из полицейских спит, а другой проверяет камеры. Он действительно держит глаза... Так, держи глаза открытыми, приятель. Если тебя поймают, то он то они заберут все твои смурты. А так как я выгляжу как приличный вум, то если они меня поймают, то запрут меня в тюрьме. Надолго. Во всяком случае, у моего приятеля такая же шляпа, что и у меня фиолетового цвета. Я рассчитываю на тебя. Ха, наивный. Я сейчас не просто так на самом деле зарабатываю, потому что поэтому гуляй. Так, ладненько. Я сейчас посмотрю, что у нас с правой стороны находится. Ого. Ахенберг. Фу, блин. Ох, это игрушка. Похоже, Уберхенд и Брайс действительно были хорошими друзьями. Интересно, для чего мы можем это использовать? Это кажется довольно ценным для Хербинга. А что там дали? Игрушка. Брилис, похоже, ее сейчас использовали. Я смотрю, это какой-то уже другой, да? Это подземелье. Ну... Не знаю. В принципе, ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И пока я не закончил, я, наверное, проверю костюм. Работоспособность его. Да, нормально все плавает, поэтому мы на этом с вами заканчиваем, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.